Торы, как бы там ни было, его сын вот этот был Исо. Он тоже стал большим Талмид Хахам, у него было тоже два больших сына великих мудрецов, как бы там ни было. Вот этот Исо, у них был бизнес Рав Сафра. Потом Рав Сафра решил то, что они заработали на этом бизнесе, разделить. Но второго партнера не было. И он разделил то, что они заработали в присутствии двух людей. Этому Исуру это не понравилось. Он пришел к Рабу Барахуна и говорит, он без меня разделил. Говорит Рабу Барахуна, приведи тех трех людей, перед которыми ты разделил бизнес. Или, другое объяснение, приведи хотя бы двух из трех. Или приведи двух свидетелей, что ты сделал это в присутствии трех людей. А почему я должен в трех людей? Почему два? Здесь же надо два свидетеля, почему нужно три человека? Он сказал, наша мечта что говорит? Что если ты хочешь корову вернуть и получить деньги, которые ты бы в это время заработал, ты должен сделать это условие в присутствии трех людей. Поэтому трех людей. Он говорит, но здесь другой закон. Почему? Потому что там ты хочешь взять деньги у Рувена и отдать Шимону. То есть хочешь взять деньги у хозяина коровы и отдать тому, кто эту корову ему вернул. В нашем случае я разделил наши деньги, его же деньги я ему отдаю. Достаточно было два человека, как говорит закон, мечта, он приводит мечту. Мы видим, как мудрецы стояли за свое. Он говорит, слушай, у нас алмана, не дай бог вдова. Женщина, которая овдовела, муж должен ей заплатить ктубу. Нет у него денег. Что? У него есть поле. Имеет право, он говорит, мечта говорит, имеет право его жена продать это поле. Без бензина. Почему? Она забирает то, что ей принадлежит, свою ктубу, деньги, которые должны были заплатить за ее ктубу. Вот, не обязательно бензин. А ответил ему Абайе, в той же мечте написано, ей не нужен профессиональный бензин, да, не нужно три мудреца, но три простых человека нужно, чтобы она совсем не продешевела или по каким-то другим причинам. Поэтому говорит, что здесь ты сделал неправильно. Когда ты разделил доход бизнеса, там должно было быть не два человека, а три человека, как мы видим из нашей мечты. То без радости продолжим на следующем листе. Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.